Ни слова со мной о деньгах. У меня есть деньги. Здесь дело в принципе. Говорят, деньги правят мир, значит этот мир продажен. Деньги для меня всего лишь грязные бумажки. Реализатор идей, ну и без них могу донести до людей напрямую правду. Бизнесмены жадные, олигархи, коммерс легавые, продажные. У них нету совести, с деньгами есть возможности, но нет честности. Может не быть второго шанса при серьезных последствиях. Как известно, деньги порождают зло, но все равно все хотят поднять легкое бабло. За все надо платить в этом мире, за слова, поступки. Те или иные понятия сейчас стали какие-то дикие. Все думают только о личной выгоде. Люди готовы продать родителей за 100 тысяч евро. Это сейчас считается нормальным. Наверное, тратить баксы на первый и дорогих моделей, на тряпки от известных модельеров. Все хотят жить красиво, как в сказке, ехать в крутой тачке, прятаться под маски. Евро, баксы, деревянные рубли, облигации, счета в банке, в конце нули. Но если нет души, деньги не нужны. Важнее чувствовать ритмы, читать стихи под биты. У всех свои мечты и потребности, всегда были богатые и бедные. Просто кто-то урвал свой кусок от пирога, кто-то потерял все. Вот она, моя страна. Кто писал эти права и эти законы? Кто дал волю этим псам в серых формах? Эти форумы, инфляция, кризис и фикция. Но есть другая сторона медали, это истина. Декарт был прав, все под сомнением, но это очевидно. Если разговор о деньгах, о временах беспредельного цинизма, что люди называют бизнесом, продажную фикцию, гонку за богатством, чтобы занять место в социальной стратификации наряду с интеллигенцией, или просто хапнуть под себя побольше, ездить на черном Порше по бездорожью. В чем сила, брат? Нет, не отвечай, подожди, подумай, прежде чем ответить, взвешивай тщательно. На что ты готов продать, на чем нажиться? Вырывай по странице, потроши эту книгу жизни. Если ничего не останется, то как тогда? Купишь врага на деньги с проданного друга. А как насчет святого? Ты забудешь о семье и близких. Да кто ты после этого со своими принципами? Скажи мне, пожалуйста, разве это возможно? Променять родных тебе людей на банковский счет? Кому ты останешься нужен? Меркантильной сучке, которая соскочит, найдя вариант получше. На ошибках учатся, я не спорю, но второго шанса может не быть после подобной истории. На деньгах все держится, из-за них все рушится, но есть вещи на порядок выше, задумайся. Я видел, как банкноты меняют людей, эй, брат, Вавилон может тебя поиметь. Меняя близких на кайф, виски на чай, ты невзначай превратился в палача. Твоя задача стать как можно богаче, хата, тачка, плюс огромная дача. Размер зрачка увеличил, первый номер кинул лоха. Думал, типа, все в норме, но приходит время, когда надо платить за косяки и поступки свои. Заходишь в лифт, как всегда, деловит, дорогой прикид, сто пудов, крутые духи. Простой выстрел тебя порешал, бам, и ты, крутой чувак, облажался. Просто пойми, этот мир не бумажный, кто считает нули, просто выжил из ума. Come on.